Вот мы на карте Инферно, и нам необходимо двигаться очень быстро, так как здесь работает прострел с их стороны. Стороны спецназа. И идем за нашими ребятками. Может быть, я надеюсь, что из этого очень много чего полезного может выйти, но мне кажется, нас уже обходят немножечко сзади. Да, ну ничего страшного, у нас мы должны справиться. Мы должны их атаковать. Headshot. Да. А вайпер работает. Сколько их там? На нормальную оценочку, я бы сказал. Вот. Минус один. И надеюсь, это был снайпер. Кстати, если это снайпер, можно подобрать его АВП. Правда, я еще не разыгрался толком. Вот. Но единственное, что тут я дает. Берем АВП. И сейчас быстро мы будем рашить. Не рашить, а продвигаться. Сейчас быстро. Блин, заблочили. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас быстро. Надо успеть занять вот эту позицию. Вроде бы это. Да, вот он пролетел тут. По-моему. Ну ладно, ничего страшного. Они уже прошли там. Справа здесь кто-то есть. Headshot. Ага. 4 на 4 нас. Бомба наверху. Ну, значит, если бомба наверху, значит, там, наверное, тоже кто-то есть. Чё-то мне... Блин, пугаешь меня. Почему-то мне показалось, что там кто-то был. Нет? Угу, надо охранять бомбу. Я предлагаю даже немножечко задымить. Не знаю, правильно я сделал. Но будем надеяться, что... Кто там строчит? Ну-ка. Так, осталось двое. Остался один. Бомбу-то не оставь. А, он наверху. Ну, сейчас попробуем. 10, 9, 8. Отлично. Что происходит? Смена команды. Да, АВП я лишился. Ну, ладно. Так, я сделал минус 2. А кого я убил-то? А, ничего нет на пистолетах. Ну, ладно. И как уже говорил, что раунд на пистолетах я люблю только когда разминка, то есть так я его не очень люблю, потому что, ну не знаю, как-то не научился, наверное, владеть этим оружием. Так, ну там перчик какой-то прибежал. Он с глоком. Кстати, у Глока больше гораздо патроны в обойме и вообще с собой. Так. И... Блин, не пугай. Ну там вот на карте пропалился чувачок. Бомба у нас. Их осталось двое. И, по-моему, они... Где-то здесь, на нашей базе. Вот. Новый раунд. И на этот раз у нас ФАМАС. Ну что, будем рашить. Хотя, мне кажется, нет смысла рашить без дыма, без слепы. Так как у них там аваперы сидят. И это опасно. Плюс еще курочки побежали. Так. Ух! Headshot.
Вот это зажали. Зажал. Я имею в виду зажимчик. Но у меня 38 хп, это не очень круто. Это, конечно, не 3 хп, но все равно уверенности не придает. Особой уверенности. Ну что же, не знаю, что делать. Может быть, цветок. Блин, и теперь надо узнать, на какой... Где они установили бомбу. Нас может поджидать... Авапер. На взрыве осталось 30 секунд. Я ж так и знал. Я зачем-то отвернулся, или я не понял, что я сделал. Так. Так. Ну ладно, бывает. Ничего страшного. Так. Теперь, конечно, не вариант здесь уже крысить. Надо в другое место пересесть, например, сюда. Хотя нет. Ну, и больше выхода я не знаю. Что делать? Рашить. Ну вот видите, я же говорю, рашить бесполезно, там АВП сидит. Только на горизонте кто появился, все. Надо стрельнуть обязательно. Ну вот баги были. Небольшой лаг сейчас произошел. Пушечное мясо. Но зато мы знаем, где. Какой шустрый чувачок. Предлагаю сейчас сыграть на пистолетах. Потому что нам нужно... Либо в сруток, ладно. Потому что нам нужно поднакопить. Давайте на АВП попробуем его выжить оттуда. Но единственный вариант это все-таки рашить. Так что мы будем копить либо на грены с чем-нибудь другим. Либо на... АВП. Ну, АВП, я боюсь, сольюсь в первый же раз, блин. Как пойду с ним. Вот этот чувак. О, я его убил, наконец-то. Нам и не придется, наверное, накопить. Ну, я надеюсь. А вот здесь, по-моему, перчик еще должен выйти отсюда, нет? Опасно. На перекрестке все-таки стою. Ух, как круто! Я курица, давайте скажем. Он курица, видите? Супер. Теперь давайте. У нас есть дым, B633. Ну, раз денежки есть, давайте. Что-то какие-то лаги пошли странные. Странные лаги. Ну ладно. Итак, блин. Что за тормоза? Давайте закинем им туда немножечко... Огня, огня добавим им. Ну да, никого не задел толком. Потому что все-таки... Они там внутри находятся, вглубь как-то. Что тут такое? Кто-то идет? Не, вроде не... Так. А это что такое? Это кто тут был сейчас? Не понял. Ну, все просто шикарно. Кто-то идет. Эй! Для чего я слепками закупался?
спрашивается, да? Ну вот, учимся играть, да? Называется ситуация. Потому что все-таки такой шанс был, но я его просрал, потому что вы сами все видели. Я очень, да, тупанул. Не взял флешечку. Давайте выманим его оттуда. Я чё, не попал? Ах ты гад, выбежал. Не хочу. Чувак, справа, я надеюсь, ты меня прикроешь. Туда без... Ясно. Кажется, туда бесполезно идти. Они пойдут на... Мое такое мнение. Наверное, нам надо оттягиваться на буковку А. Ну он же сейчас здесь будет ждать нас. Ну. Я даже не знаю, что сейчас делать в такой ситуации. А, смотрите, у нас же остается 5 секунд. Да. Просто потрясающе. О, у нас меняется карта. Отлично, ацтек соревновательный. Что значит соревновательный?